11 января – день, в котором принято быть вежливыми и почаще вспоминать хорошие манеры. Почему? Дело в том, что в этот день отмечается Всемирный день спасибо. Все мы с детства знаем, что спасибо – слово волшебное. Так в чем же заключается это волшебство? Слово «спасибо» вообще очень волшебное. Если вы сами благодарите кого-то, то даже за каждую мелочь благодаря человека вам жизнь дарит гораздо больше. Вы благодарите жизнь за маленькие какие-то радости, а она преподносит вам большие сюрпризы хорошие. Если вы говорите слова благодарности кому-то, то у этого человека вырабатывается гормон счастья, и он неосознанно в следующий раз старается вам сделать еще что-нибудь приятное. Это проверено опытом? Конечно, доказано научно. Если, к примеру, английский аналог «thank you» является именно голой благодарностью, то русское «спасибо» гораздо глубже. Это устоявшееся сокращение от фразы «спаси Бог». Ей на Руси выражали благодарность. Это такая, скажем так, краткая молитва Богу о спасении души человека, который как-либо потрудился для нас, либо словом, либо делом, либо душой потрудился за нас. Вот, и таким образом мы желаем самого главного, что необходимо человеку, а это спасение души. Убедитесь человека, сами, как слова благодарности и проявление вежливости могут поднять настроение, вызвать улыбку, развеять угрюмое состояние. А я хочу сказать огромное спасибо доброму волшебнику Деду Морозу за то, что тот приходит под Новый год к нам в дом и приносит подарки. Спасибо, Дедушка Мороз. Очень хотела сказать спасибо моему первому учителю Светлане Викторовне за то, что она мне дала очень хорошее начальное образование. Я ей очень благодарна. Спасибо. Спасибо детям, что не бросают. Детишкам спасибо, внукам вот. Спасибо. Внукам, да. По всем, ну, спасибо мужу, детям, работе, погоде, чудесная погода. Спасибо, спасибо вам. Спасибо и вам тоже. Ага. Спасибо маме за все. Любимым учителям из моей школы я говорю спасибо за то, что они меня учат и дают мне знания. Спасибо моим родителям, что отпустили меня в Питер на Новый год. Спасибо профсоюзу за подарок. Профсоюзу какому? Кировского рудника. Да всем хочется сказать спасибо. Спасибо всем, Господи. Слава Богу за все. Всем спасибо, что мир на земле. Спасибо. Во Всемирный день спасибо обязательно поздравьте ваших близких, тех, кого вы любите и цените. Но помните, что волшебное слово стоит говорить не только 11 января, но и каждый день, и почаще.